исполнилось заветное желание Маши, чтобы делать добрые вещи, не обязательно быть волшебником. Сегодня в проекте «Елка желаний» участвовала Зарина Дагузова. Руководитель Ростуризма подарила 9-летней Алисе Востроиловой из Воронежа путешествие всей семьей на зимний Байкал, где девочка сможет кататься на новых коньках. Помимо поездки всей семьей на Байкал, я тебе дарю еще коньки, чтобы ты прокатилась по волшебному льду Байкала. У меня к тебе только одна просьба. Буду ждать от тебя самых красивых фотографий. Хорошо? Хорошо, спасибо. Договорились, Алис. Исполнилось и заветное желание Маши Спириной из Ярославля. Сегодня малышка, которая так сильно мечтает о путешествиях, получила в подарок чемодан, а еще поездку на горячие источники в Тюмень. Поскольку девочка очень любит плавать, Маша сразу же начала собирать вещи.